я инженер по информационной безопасности компании «Вышка», работаю в компании уже 7 лет. И могу сказать, что с течением времени интерес к вопросам информационной безопасности только растет. Это динамично развивающаяся, очень перспективная отрасль. Могу сказать, что наши компании, заказчики расширяют штат специалистов по этому направлению. Поэтому с точки зрения выбора будущей профессии, я думаю, что специалисты по информационной безопасности не проиграют, если сделают выбор в пользу этого направления. Специалисты с международно признанной квалификацией CCNA способны проектировать, настраивать, а также эксплуатировать компьютерные сети и соответствующее оборудование как небольших предприятий, так и огромных интернет-провайдеров. Среди них можешь оказаться и ты. Начни свою карьеру инженера сетевых технологий в IT-сфере вместе с Cisco.